Настроенные передвигаться по городу на личном транспорте с конца прошлого года в силу вступили новые правила получения водительских прав. Первое из которых – обучение 3,5 месяца. В прежней теории добавили углубленное изучение оказания первой медицинской помощи и психофизиологических основ деятельности водителя, а также детальное изучение устройства автомобиля. Увеличилось и время практики по новым стандартам, оно составит 54 астрономических часа. В ближайшее время в учебные автомобили встроят видео регистраторы, а вот госпошлина за сдачу, пересдачу и получение водительского удостоверения уже составляет порядка 6 500 рублей. Высококвалифицированные преподаватели и инструкторы автошколы «Елена» готовы обучить вас по новым правилам. Преимущество автошколы «Елена» в том, что у нас индивидуальный подход к каждому кандидату в водители, и мы контролируем каждый этап обучения, именно поэтому у нас не бывает недокатанных часов. Мы гарантируем оказание услуг в полном объеме. Еще одно неоспоримое преимущество автошколы «Елена» – комфортабельный компьютерный класс для практики сдачи теории и тренажеры для приобретения первоначальных навыков вождения. Занятия за рулем пройдут на иномарках разных моделей по предпочтению учеников. Для студентов КГТУ очного отделения действуют скидки. Автошкола «Елена», Советский проспект, 43, улица Горького, 55, Советский проспект, 1, город Черняховск, площадь Театральная, 1 и город Янтарный, улица Советская, 70. Телефон для справок 900-640.